На заводе «Этилена» поздравили с 23 февраля сотрудников, отличившихся за время несения воинской службы. Подарочные сертификаты вручал лично главный инженер завода Сергей Пономарев и председатель правкома завода «Этилена» Гульфия Савельева. Ежегодно мы поздравляем всех своих сотрудников с Днем защитников Отечества. В этом году также без исключения мы поздравили их и вручили подарочные сертификаты. Леонид Пичугов – старший аппаратчик одного из цехов завода. Он поблагодарил руководство за подарок и поздравил коллег с праздником. Своим коллегам пожелать здоровья, успехов в карьере, в трудовой деятельности, ну и мирного неба над головой. Леонид считает, что 23 февраля – один из важнейших российских праздников. Он способствует воспитанию патриотизма среди подростков и юношей. Любой мальчик, подросток – это будущий защитник Отечества. Даже, мне кажется, независимо от того, то, что пойдет он служить, либо не пойдет, но потенциально это будущий защитник Отечества. Торжественные поздравления мужской половины работников прошли на всех заводах и подразделениях Нижнекамск-Нефтехима. Так, в центре по ремонту оборудования и на заводе пластиков даже устроили чаепитие для сотрудников. А на заводе синтетических каучуков мужчин отвели в тир. Всего на предприятии поздравили 216 участников боевых действий. Также в честь праздника было организовано чествование двух ветеранов Великой Отечественной войны. По приказу генерального директора Нижнекамск-Нефтехима им выплатили материальную помощь в размере 20 000 рублей. Анна Иващенко, Екатерина Короленко, Марина Чернышкова, Н-Меди.